Я сейчас нахожусь на приеме у своего врача семейного. Хочу, чтобы она посмотрела меня. В нашей поликлинике, в которой я хожу, так оформлен каждый кабинет. То есть здесь и женщину могут осмотреть, потому что семейный врач здесь многие проходят также как гинекологию часть. Здесь рабочее место. Сейчас придет доктор, вот здесь на компьютере откроет мою папку. Если надо, распечатает мой рецепт. Здесь перчатки у них разных размеров. Там антисанитайзер, воду. Они нажимают вот здесь на кнопочку, синяя и красная. Это вода открывается. Здесь нет крана, видите, чтобы руки не мочить, не заниматься ничем. Ну, в общем, вот такой вот приятный кабинет. Таких здесь, по-моему, штук, чтобы не ошибиться, я думаю, что здесь где-то 10, и там, где, я думаю, около 30 штук таких кабинетов. Здесь несколько семейных врачей принимает, такая очень приятная клиника. А вот здесь компьютер, телефон, мои данные на красном листочке, мне померили температуру, написали. Там распечатать, если мне нужно какой-то рецепт или что-то, направление какое-то. И я сижу на такой вот лавочке. Препараты все мерочные, везде антисанитайзеры, или то есть не антисанитайзер, наверное, лучше, ну, как это правильно назвать. Все, так что я сижу, ну что, чтобы меня проверили горло, что с моим горлом, потому что кашляю ночами, просто страшно, не могу дышать, прям все болит у меня аж уже. То есть у меня на самом деле не болит, но при кашле болит сухой очень кашель и осипший голос. Пусть доктор посмотрит, может какой-нибудь сиропчик такой успокаивающий на ночь буду брать. Ну и пусть послушает, что все в порядке, что все чисто, что не дай бог какое-то воспаление. Ждем доктора. Субботу мы найдем на день рождения к мальчику, к однокласснику Идошкиному. Также у нас сегодня первый официальный день каникул. Ну, как бы официально с понедельника, но сегодня уже мы считаем, что мы на каникулах. Вот мы открыточку подписали. Вот это вот gift receipts. То есть, если захотят поменять подарок, могут пойти и поменять. Вот я купила мальчику 7 лет. Такой вот сейчас же опять Star Wars как бы возобновился немножечко. Опять волна Star Wars. Так я взяла. Такие продавались в Walmart всякие штучки. И вот это такая вот игра интересная. Короче, змейка на лестнице. Вот. А завтра у нас... Это сейчас надо упаковать только красиво. А завтра у нас другой день рождения у мальчика-одноклассника, тоже у его хорошего очень приятеля. Вот. Так я то же самое купила. Ну, как бы тот же принцип, но другая игра. Это Chinese Checkers. Игра в очень красивой такой коробке. Так она вот красиво переливается. Очень плотная коробка такая красивая. Вот так как раз на Ages 6 Up. И 2-6 игрока может играть. И тоже с Star Wars такой вот самолетик прикрепим. Тоже открыточка. Обязательно здесь любят открыточки дарить. Happy Birthday. Мы еще не подписали. Будем завтра писать. Но здесь тоже gift receipts. Все. Так что собираемся сейчас на день рождения. На плейграунд идти. Мы уже, кстати, на нем были когда-то. На этом плейграунде, где у меня пригласительное. Вот оно. Мы уже на нем ходили. У нас было у одного одноклассника там день рождения. Вот Райан. Вот здесь в Вонне находится. Вот их сайт можно зайти посмотреть. Вот там снимают комнату. Там будет пицца, торт какая-то. Для детей водичка сладенькая. Они еще с собой принесут какие-то запивушки, какие-то пожуечки для детей. И все, детки там будут веселиться 2 часа. Так что вот, везу на день рождения. Завтра то же самое, только в другом месте. Rain.
Happy birthday, dear Ryan. Happy birthday to you. Поэтому вот такое радостное настроение.